Что еще хотел сказать? С 1 числа повышается ставка по первоначальному взносу. То есть, если раньше минимальный платеж по первоначальному взносу был 15%, с 1 июня будет 20%. И для тех, кто еще думает, многие, кому уже одобрили ипотеку, там думают, что я хочу сказать, если у вас появился шанс, хватайте его и вперед. Потому что если будете думать, сомневаться, вы до конца жизни будете думать. А потом, сидя дома на пенсии, вы будете жалеть о том, что прожили, ну, бесцельно, наверное. То, что ваши дети вам потом не скажут спасибо. Потому что если вы сейчас не упустите свой шанс, то ваши дети потом вам скажут огромное спасибо за то, что вы вовремя сориентировались и подарили им такую возможность, такую путевку в жизнь. Так что не упускайте возможность. Если вам судьба дала такой шанс, он может быть просто последним. Не упускайте его.